Приветствую всех, с вами Neil Knight. Мы продолжаем проходить игру Vagrant Story. Я сегодня записываю уже по ходу 12-ю серию подряд. Я уже с счета сбился, люди, не знаю, если ошибся, если это вдруг не 12-я серия, как бы не судить строго. Я сегодня что-то весь день, короче, засиделся, заигрался в эту игрушку. Классно здесь, мне нравится в нее играть. Не знаю, мне давно такого не было, поэтому я заигрался, да и по большей серии записать тоже надо. И, в общем, скорее всего, на сегодня это будет финальная запись. Все остальное буду записывать завтра. У меня сегодня весь день выходной, завтра весь день выходной, и я буду продвигаться как-то вперед. В прошлой серии мы победили здесь Розенкранца. Он ушел куда-то. У нас тут не сложилось с тем, чтобы сделать себе классное оружие. Поэтому я, в принципе, просто отправлюсь дальше. Геракл. Как я мечтал, чтобы ты сделал себе усиление силы. Тихо. Стоять. Усиление силы? А я испорчу твое усиление силы ослаблением силы. Нормально, да? Тихо. Не-не-не, не расстраивайся. Сейчас будет все в порядке. Есть. А, не получилось до конца его добить. Погоди. Не-не-не, ты только не думай его там поправлять. Да ядрить тебя рано, блин. Есть. Так, давай теперь, короче, этому силу сделаю меньше. Ну-ка, иди сюда, бессилие, я тебе сделаю. Блин, давай, короче. Нажри, собака. Тут хотел ему поднять силы. А я ему сделал меньше. В этом пусть жрет, падла. Я выжил. Турнирные сапоги? А чё, они прям вообще классные, что ли, такие? Я просто такие никогда не видел. Ну, я когда-то давно играл, но с другим переводом, опять же, напомню, это перевод от Pilgrim Steam. Огромное им большое спасибо за то, что они сделали такую игру. Вот, но теперь надо привыкать уже к этим названиям. Так, надеть. А давай посмотрим, что это такое. Вот это показатель. Смотри, защита силы. У меня 9, а у них 11. У меня защита интеллекта 7, а тут 9. Давай я возьму именно это, почему нет? Тут у нас можно кое-что дополнительное открыть. Я сюда заскочу. Прям сразу. Дверь открыта. В прошлой серии мы там проходили, там туннель, там эти ящерицы были. А вот эта дверь была закрыта, я ее сразу открою. Ну, на всякий случай, чтобы было. Так, а вот здесь теперь уже лучше всего идти дальше. Сейчас покороче. Сейчас, короче, покажу, куда идти. То есть обязательно, обязательно именно в эту сторону. Люди, короче, язык у меня заплетается. Не обращайте внимания, я сегодня записываю много серий, что-то уже все, уже походу устал. Вот, короче, идем сюда. Здесь у нас огромные ворота. Эту дверь не открыть. Вот, а мы с вами пойдем вот сюда, только я сохранюсь вот здесь, и мы пойдем дальше. Рана. Так, голова или рука? А давай рука.
Есть. И у меня еще тот покоцанный. Так, корень истинный. Риск на 25 понижает. Куда ему прописать бы, блин? Я не знаю, в компол? Давай в руку. Я угадал с рукой. Так, тяжелый наруч. Корень истины. Давай посмотрим, что за наруч. У меня вот тут Цестус просто железный. А тут Хаганский. Смотри, защита силы 7 у меня, а у этого 12. А у меня защита интеллекта 6, а вот тут 9. О, блин. Конечно, тяжелый наруч возьму. Мне все остальное не надо. Так, люди, у меня, походу, тут спуск вниз. Давай, короче. А, дверь открыта бронзовым ключом. Ну, отлично, у меня он был. И я открыл себе бронзовым ключом. Так, сохраняешь. И идем вниз. Опять воспоминания. Так, это чё? Брошенные шахты 2 в центр юг. Ну, в центр юг выходить, мы там оттуда пришли. А это брошенные шахты 2. Я это место знаю! Я знаю это место! Так, честно, что ли? Что ли, честно? Так, подожди, а как попасть обратно? Ну, я перезагрузился, потому что там долго возвращаться обратно придется. Так, это дежавю, люди, я знаю. Вообще, вот лучше так не делать, потому что мы вроде как прошли. Надо было там сохраниться, прежде чем пойти дальше. А когда перезагружаешься, людям становится непонятно, мол, типа, чё, почему, чё произошло. Так, тихо. Давай сохраню здесь, и если что, буду загружаться потом сюда. Так, тихо. Давай сюда. Вообще ништяк. А, мне больше-то и не надо. А я там заколбасился, блин. И с самого начала. Спасибо большое. Я тут загрузился на всякий случай. Так, это ж как получается-то мне делать-то надо? Да возьми ты уже, ёлы-моталы. А, я 3 мог взять со... А, ну да, я бы мог взять, но я не мог бы поставить. Поставить я могу, к сожалению, только 2. Подожди, нет. А, да. Давай сохранимся вот здесь. Я не могу долететь, да вы серьезно? А что тебе до этого мешало сделать это? Так, давай сохранимся и отправляемся дальше. Есть. Отлично. Он тоже считается человеком. Вот это вот животное считается человеком. Я не знаю почему. Волшебство, блин. Это же волшебная игра. Есть. Так, глаз Аргона. А, ловушки. Ловушки ищет. Но у меня вроде как есть своя вещь, которая ищет ловушки. Есть.
Вообще великолепно. «124» вообще кайф. Так, люди, отправляемся дальше. Чё у нас там, я вообще забыл? А, подожди. Я в какой-то серии заметил, что у меня есть ништячки. Поэтому я сохраняюсь, во-первых. Во-вторых, иду сюда. Эликсир королев, да, очки жизни я могу себе забабахать. Давай, Эшли, прям сразу четверочку. Нет. Фу, гадость. Нет, ну это не гадость. Гадость — это когда один. Да что с тобой не так? Вот это фу, гадость. Есть, молодец, Эшли. Вот то, что нужно было сделать, сделал. Короче, там жизнь у меня накопится. Все, отлично, сохраняюсь. Так, есть у меня что-нибудь еще? Тоник истины, что-то еще, содержащее заклинание ржавчина. Свиток ловкости. А, у меня же ништячки всякие есть. Так, погоди. О, у нас босс. Давай босса. Это дух. Так, вот как раз таки я сейчас на нем и сделаю все. Тоник истины, гримас, содержащий заклинание ржавчина. Я могу на него использовать ржавчину. Да, я забыл поставить себе вытаскивание ом у врага, потому что это у нас фантом. У него нужно ом забирать. Но я это сделаю чуть попозже. Погоди. Блин, я не знаю. Так, ладно, давайте просто его убьем. Мозговой шторм. Возвращаю обратно против фантомов. А-а-а, не успел! Раскат грома. Поздно. Так, подожди. Что хотел сделать? Я хотел сделать вот что. Анализ. 59% на успех, люди. Теперь заходим в статус. 379 жизнь у него. Очки магии сейчас, короче, я у него все заберу. Да ну нафиг удар молнии, ты чё? Так, давай, наверное, жизнь к себе восстановлю. Раскат грома, блин. А, поздно. Поздно. А, ты что наделал? Он меня убил просто. Ладно, я перезагрузился, но вы это уже поняли, я думаю. Давайте сразу сделаю вот что. Давайте сделаю мозговой штурм. И давайте, наверное, возьму себе, по-моему, у меня против фантомов что-то классное есть. Нежить и фантом.
Я даже не знаю, что лучше взять. Брать ли скримакс? Ну давай возьму, я попробую чисто на пробу. Давай, сохранюсь. Все, отправляемся. Так, я там жизнь к себе уже увеличил, да? Я не помню. Вроде бы увеличил. Так, это пропустить можно как-нибудь? Не разрешает мне это пропускать, вообще пипец. Вообще офигели, ты представляешь? Не разрешают пропускать. Так, давай, наверное, сначала сделаю себе полировку. Да. И приступим к Месилову. Чего? Он не сделал... А, так это лечение, блин. Это не то. Так нет, я же полировку делал. Он себе полировку не смог сделать. Интеллекта, что ли, не хватает? Походу, ему нужно будет прокачивать интеллект. Так, погоди. Анализ. Сдавайте анализы. Раскат грома, блин. Пипец. Просто вышибает, все жизни вышибает своим суперударом. Да ты офигел, блин! Он просто это самое, забронировался по самое не могу. И не дает его пробить вообще никак. Ха! Он еще не смог применить себе лечение. Ему интеллект надо, короче, качать. Все, я понял. Эшли у нас немножечко тупенький. Ему не хватает интеллекта. Удар молнии. Блин, рано. Не, я возьму свое оружие. Этим пробивать его невозможно просто. Не подходит, и все. Давай, короткий меч. Меч хоть и короткий, но достает очень сильно далеко. Во! Да блин. А, раскат грома, ну блин! А у меня уже все, у меня магии не осталось. Просто не осталось магии. Нет, это нечестно. Да блин, Эшли, ты что делаешь? Слушайте, давайте, знаете, что сделаем? Давайте, знаете, что сделаем? Давайте создать, усилить оружие. И давайте, наверное, Белую Королеву заменим на что-нибудь другое. Белая Королева у нас вроде на щиты идет. А я что-нибудь против воздуха давай возьму. Да, у нас, короче, вот здесь можно отсортировать. Вода, фугадость, воздух, янтарь джина. Короче, сейчас кому-то будет с воздухом очень плохо.
Ну, я надеюсь, что оно подействует так, как надо. Вот, и давай, наверное, сохранюсь. И попробую его еще разочек прибить. Я не знаю, я, может, сейчас перемотаю. Во. Вот так будет получше. Ты что ты делаешь, удар молнии, блин? Блин, рано. Блин, я подозреваю то, что надо было ставить не воздух, а противоположное, то есть землю. У него же вроде как против земли нету защиты никакой, он же воздушный. И как бы воздух бить воздухом не особо сильно, наверное, хорошо. Давай посмотрим, что можно сделать в данной ситуации. Так, подожди, воздух, земля. А у меня ничего нет против земли. Вот просто хоть убейся. Земля минус 10. Тогда уберем. Еще хуже стало. Люди, я возвращаю обратно. Я просто возвращаю обратно, потому что стало еще хуже, просто пипец. Походу нет, я правильно делал. Правильно поставил против воздуха. Не надо! Не трогай никогда в жизни всякую бяку. Что-то стало еще хуже. Удар молнии. Ну что ты делаешь со мной, Джин? Поздно, сотка. Магию пополняет себе, все. У него проблемы с магией. А пока у него проблемы с магией, я сделаю себе жизни побольше. Эшли! Да чтоб тебя разорвало на все куски просто. Тихо-тихо-тихо-тихо. А давай вот так сделаю ржавчину. Да, она не сработает, но я хотя бы избавлюсь от нее. Удар молнии, да какого черта? Я же израсходовал твою магию. Есть. Мимо! Эшли, не беси меня, ты должен срабатывать.
Так, правая рука и левая рука. Так, тихо. Давай анализ. И раскат гроба, ну за что? Поздно. Так, Эшли, давай срабатывай. 150 есть. Так, давай по голове его бить. Ну, давай в тело. Засмотрелся на время и потерял счет. Так, 99 есть. Так, давай посмотрим в статус. 204. Долго придется его бить. Капец. Так, я не знаю, я, может быть, что-нибудь забыл у себя здесь. Повышает земные свойства оружия. Земные! А ну-ка давай, короче, сейчас будем бить его землей. Он же вроде как воздух, его бить надо землей. Да, есть что-то. Так, 175. Ну, блин, я не знаю, я не выживу. Так, тихо, у меня есть какие-то пополнялки жизик и магии, да? Целебный корень. Все, отлично. Живем. Рано, раскат грома первый. Блин, поздно. Но зато у меня жизнь есть, да? Частично. Тихо. Статус. 145. Я не знаю, как выжить из... Я не знаю, как выжить в этом мире. Так, гримар содержит заклинание чего? Магия и щит. А, у меня нечем зафигачивать вот эту магию. Так, тихо. Так, только не это. Давай, значит, сделаем так. Я сделаю следующую вещь. Извлечь магию я поставлю вот сюда.
А сюда поставлю вот это. Так, а теперь таким образом я могу себе восстанавливать магию. Очки магии, ну ладно. Я сделал правильно, потому что я поставил себе так, чтобы и у него магию забирать, и себе восстанавливать. Тихо-тихо-тихо, у меня теперь, получается, магия есть. Ну, очки магии. Фу, восстанавливаем жизньки. Отлично. Так, это хана какая-то просто. Давай верну обратно. Снижает ом врага на величину, равную 20% от потраченных Эшли ом. Так, снижает ом врага на величину, равную 20% от потраченного Эшли ом. Давай чисто... Подожди. Мозговой шторм. Так, головная боль. Так, что-то я запутался. Равно 20% от потраченного Эшли Ом. Давай вот так попробуем. Очки магии. Он пополняет себе очки магии. Нет, чувачочек, я тебе сейчас не дам поправить. Ничего не дам поправить. Просто непробиваемый, как я победил его! 33 минуты серии только что прошла! 33 минуты! И я его сделал! Это было жестко, люди! Вот видите, Шамшир себе не сделал, и теперь очень сложно проходить. Так, готовимся к сохранению и типа того. Открыты карты 36%, люди! При первом прохождении у нас где-то 80% будет. Может, интеллект ему сделать, а? Ловкость 3. Давай ловкости 3. Просто пусть будет. Свиток молний. Гримуар, содержащий заклинание. Раскат грома поражает молниями. Ну, это типа вот то, что он делал, я, наверное, и получил. Так, клубень маны. 50 маны добавляет. Блин, это пипец какой-то. Во! Защита. Отразить магию. Отражает 40% магического урона. Не снижает полученный урон. Эффективно против магии. Да забираем, давай, чё. Мне уже все равно, блин. Я что-то смотрю, короче. Мы вроде как много не прошли в этой серии, да? А вроде как... Вроде как уже, блин, конец серии. Я должен был дольше пройти. Я задержался на этом враге, на этом врагу. Давайте я, короче, немножечко себе кое-что поправлю. Как у меня было до этого? По-моему, вот так у меня было. Вот, ну и в принципе, чё?
Все. Я сейчас буду заканчивать просто серию, потому что, ну, просто писец какой-то. Потратил целую кучу времени на уничтожение этого босса. Да, в принципе, все в порядке. Я, наверное, вот тут немножечко вот так вот хоп-хоп-хоп-хоп сделаю. И сохранюсь, наверное, в какой-то момент. Да, вот так, короче, сохранюсь. И скажу всем спасибо, что составили мне сегодня компанию, посмотрели мой видос. И увидимся с вами в следующей серии. Давайте, всем пока-пока.